Привет, мои сладкие, привет, мои кушатые редки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя. Сегодня я хочу вместе с вами сделать два новогодних флипбука. Я приготовила вот такие вот заготовочки. Розовый и голубенький. Розовый будет попроще. Такой вот со снежинками. Мы с вами все украсим. Красиво задекорируем. Вот здесь вот внутри вот такой вот сиреневый. Хочу здесь наклеить конвертик с чаем. А с конца хочу сделать для открытки место. Также я вот такие вот листики сюда вшивать буду. Они просто в линеечку. Мы будем с вами их украшать. Второй флипбук более необычный. Я вот еще не успела бумагу подрезать. Поняла, что мне нужно вот столько срезать. Здесь он такой вот голубенький. Тоже со снежинками. И изнутри он у нас темно такой вот фиолетовый. Тоже у нас так листочки идут. Здесь 6 листов по 3 с каждой стороны. И я хочу сделать вот такую вот вставку. Интересную вставку. Вот видите, снежинка такая посерединке будет, которая открывается. Здесь у нас будет какой-нибудь элемент. И с другой стороны будет то же самое. Вот, тоже типа такой открыточки. Для украшения я подготовила просто все, что так может понадобиться. Это такая вот целая пачка разных вырезок из скраб-бумаги новогодней. Тут просто все, что угодно. Все, что угодно на разные темы. Все, что угодно с самыми разными изображениями и надписями. То есть здесь может пригодиться абсолютно все. Подготовила вот таких вот 4 скотча. Мне кажется, они подходят на новогоднюю тематику. Такой вот розовый с сердечками, белый с таким вот фольгированием и веточками. И вот такие вот со звездочками голубой. И мне кажется, это такие какие-то новогодние тоже здесь блики, звездочки, что-то в этом роде. Также вспомогательные материалы клеящие. Это у нас кристалл момент и такой вот вспененный скотч. Также у меня здесь есть конверт с самыми разными высечками, чипбордами и распечатками на самыми разными новогодними изображениями. Очень довольно-таки милыми. Тут много всего прикольного. Еще у меня есть вот такие вот теги. Не знаю, они пригодятся или нет, но все равно пусть будут. Потом вот такая вот открыточка для розового флипбука. А затем такая вот наклеечка тоже для розового флипбука подойдет. Также у меня есть топсы, которые могут пригодиться. Они подходят по цветовой гамме. Вот такие вот шильдики. Я, скорее всего, буду их использовать для украшения, то есть для декора. Два конвертика для чая. И вот такие вот разные бусины, стразы, жемчужные бусины и капюшоны, которые могут пригодиться для украшения наших флипбуков. Итак, давайте мы с вами приступим и в конце посмотрим, что у нас получилось.
Thank you.
Thank you.